Где и когда еще увидишь такую картину? Врачи с пациентами за кружкой чая непринужденно ведут беседу. Ну а между историями еще и проходит прием. Травматолог у вас устроен? Сначала вроде вот плечо забыли, да? Сейчас руку. Но это от плеча. Надо разбираться с травматологом. Каждый из них с легкостью сам себе смог бы поставить диагноз. Ветераны медицины, отдавшие десятки лет отрасли. Борис Мутиц в каком-то смысле легенда. Основатель республиканской неврологии, заслуженный врач со стажем в 58 лет. До сих пор на службе. Впрочем, сегодня он в роли пациента. Республиканский Минздрав в честь грядущего Дня Победы так вот решил собрать своих ветеранов. Все, что сегодня тут есть, радуюсь, это мое детище, это мое, ну как говорят, жизнь, это мой труд. И мне приятно видеть, когда коллеги, которых я учил, сегодня преуспевают. Вы знаете, что, милый дружок, чувствует то, что нас не забывают. Вот это главное. И только стали проявлять где-то вот уже последние года нас чествовать. Но больница отличилась. Главная, так сказать, изюминка акции – прививка от коварной пневмококковой инфекции. Новая иностранная вакцина, говорят врачи, практически на 100% защищает от пневмонии, плюс усиливает иммунитет. Одна такая стоит 2000 рублей. Впрочем, сегодня для ветеранов все бесплатно. У всех свой букет заболеваний разных, поэтому инфекция, во-первых, хорошо, быстро пристает к ослабленным людям. Поэтому сделать прививку – это, наоборот, хорошо, в пользу. Вполне вероятно, что такая акция станет доброй традицией. А медики добавляют, что своим примером хотели разбудить многочисленные организации Хакасии, чтобы и там вспомнили своих ветеранов, хотя бы в преддверии праздника Великой Победы. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.